Ну, я сказал, либо отсос, либо откос. Пепперони, лады, ребят. Остановись, я это ты из будущего. Из будущего? Ау, я потолстел. Из будущего на час вперед. Что бы ты ни делал, не заказывай пепперони. По цепочке событий оно приведет к концу света. За час? Ага. То есть мне надо заказать другую пиццу и все будет норм? Наверное. Ладно, обойдемся ветчиной и ананасом. Ладно, слушай, это еще хуже. Когда я научился путешествовать во времени? В будущем? Ну да, это имеет смысл. Слушай, просто выбери что-нибудь другое. Ладно. Куриное барбекю. Серьезно, чел? Куриное барбекю? Чё не так с куриным барбекю? Чё не так с куриным барбекю? Теперь у меня рука робота. Звучит охеренно. Так и есть. Но так же у меня спит. За час? Да, ладно. Все в огне. Все под водой. О, нет. Все более-менее нормально. Но однополые браки законны. А, ну слушай, это нормально. Я сказал законное, я имел в виду обязательное. Ну я ж такой натурал. Нацисты вернулись. Динозавры вернулись. Динозавры-нацисты. Я понять не имею, как это произошло. Роборука пытается меня убить. Ты буквально стал Гитлером. У меня теперь есть хвост. Восстание воронов. Геи-нацисты-динозавры. Хватит! Я просто закажу мексиканской еды. Не заказывай мексиканскую еду. Почему нет? Ты обосрёшься? О, нет.